Бархот Адонай Миворах. Барух Адонай Миворах Леулам Ваэр. Барух Адонай Миворах Леулам Ваэр. Амин. Барух Ата Адонай Луэну Мелех Аулам, Ашер Бахар Бану Микола Мим, Венатан Лану Эт Турато. Барух Ата Адонай Нотен Хатура. Амин. Нахну Никра Сефер Шемот, Перек Шева, Псуким Исрим, Атисрим Ваштайм. Мы зачитаем книгу Исход, 7 глава, с 20 по 22 стих включительно. Ваясухен Моше ва Аарон ке ашер цива Адонай ва ярам ба мате ва ях эта маем ашер ба йогор ле эней фаро у ле эней авадав ва явху кола маем ашер ба йогор ле дам ва адага ашер ба йогор мета ва ифаш ай ор ва кол ва ло яхлу Мицраем лиштот маем мина йогор ва яхи адам ба хол эрец Мицраем ва ясухен Хартумей Мицраем, Белатехем, Ваехезак Лев Паро, Велошама Алехем, Кеашер Дибер Адонай. Амин. Тишу, Бавакаша. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы также зачитаем на русском языке. «И сделал Моисей и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской, и волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточило сердце фараона». И не послушал их, как и говорил Господь. Амен. Амен. Зе хазак. Шаббат шалом лекулам. Шаббат шалом. Кен. Анусе шелану меаньен. Сегодняшняя наша тема, она довольно интересная. Карати лезе мехашвим шелахарит аямим. И назвал я эту тему «Колдуны последнего времени». Весь недельный отрывок называется «И открылся». Можно перевести «И увидел», можно перевести «И открылся». Потому что Бог открылся нашим отцам, поэтому так и называется «И открылся». יש פה גם אני רוצה להגיד שיעור מעניין, טוב. יבילסה. כן. יש פה שיעור טוב לנו. Тут есть очень хороший урок для нас. И כל פעם שאלוהים יראה לאבות שלנו. Потому что каждый раз, когда Бог открывался нашим отцам. החיים שלהם השתנה, הכיוון שלהם השתנה. Их жизнь менялась, направление их жизни менялось. כל אחד שנתקע ומרגיש שהוא צריך שינוי בחיים. Сегодня каждый, кто остановился, приткнулся. И чувствует, что ему нужны изменения в жизни. У царих киша аметит Элоим. Ему нужна настоящая встреча с Богом. У царих итгалют шель двар Адонай бехаим. Нужно, чтобы произошло раскрытие, откровение Божьего Слова в жизнь вот этого человека. Вемеот меаньен шебеатхалата параша азот. Очень интересно, что в самом начале этого недельного отрывка Элоим поне ле Моше ло им эзешу эсек хадаш о авода хадаша. Бог приходит к Моисею не с чем-то новым, неизвестным до этого. У маскир ло ше Авраам ава шельха. Он напоминает, что твой отец Авраам когда-то начал какой-то путь определенный, и сейчас тебе нужно продолжить его. Другими словами, он дает ему мотивацию и толчок понять, что это привилегия так жить. זה כמו אתה ממשיך עסק של הסבא שלך, ואתה מרגיש אחריות שזה это לא שלך. Это как династия, которую ты продолжаешь, как будто начатое дело твоим дедушкой еще. וזה הבדל בין אלה שמשרתים את האדון ואלה שעומדים בצד. И есть в этом именно разница между теми людьми, которые служат Всевышнему, и теми, которые наблюдают со стороны. אלה שמשרתים הם תמיד מסתכלים על זה כפריבילגיה. Те, которые служат, они видят в этом привилегию. אחרים מאמינים ככה, ככה. Другие верующие, которые так себе, רואים אולי איזשהו יתרון פה,
видят какой-то смысл здесь. Но для них как бы все это делать, это как-то очень тяжело и напряженно. Итак, мы сегодня макот, здесь да? говорим о части из десяти казней. מעניין שאחרי זה שעם יוצא, אלוהים גם נותן עשרת דברות. Интересно то, что после того, как народ вышел из рабства, Бог дает 10 заповедей. יכול להיות שבאחרית הימים אלוהים ישפוט את העולם הזה על פי המידות של עשרת הדברות. И перед самым пришествием Мессии, в последние дни, Бог будет судить весь этот мир на основании 10 заповеди, законов, которые он изложил. Есть пирушим, что умрим, что кола макот, что аю, им кшурим ле асарата элелим, что ла мицрим. Есть определенное толкование, которое поясняет, что вот эти 10 казней, они произведены были над египетскими богами. Эхат миэм, зе камуван, наар Йор, кен? Один из которых это река Йор, Нил, кен, спасибо. Кен. Афха леот ледам, которая превратилась в кровь и не могли пить из нее. בטח זה מזכיר קודם כל על כל הילדים ישראל שמתו בזמן הילדות של משה. И конечно это напоминает нам всех детей, вернее мальчиков израильских, которых утопили в этой реке. ועכשיו הם после רואים, приказа фараона. כן, ועכשיו הם שותים לא מים, אלא הם שותים איזשהו מוות. И сейчас они пьют не просто воду, они как бы должны пить кровь этих младенцев. И מילים אחרות, אלוהים מדבר אליהם דרך המסר הזה. Другими словами, Бог говорит к Египту через это послание очень мощное. הוא אומר שבעולם הזה יש עיקרון של לזרוע ולקצור. Он говорит, что в этом мире есть определенные духовные принципы, без которых никто не может жить. И ничего נקרא, не происходит. זה נקרא זריעה וקציר. Это называется сеяние и жатва. מה שבן אדם זורע, что человек посеет, то человек и пожнет. נכון, אבל בשביל אחד, הקציר זה יהיה משפט, ובשביל אחרים, הקציר יהיה כמו שכר. Но для одной категории людей жатва вот эта, она будет доброе, хорошее, а для других это будет судом. То есть для одних вот эта жатва станет наградой, а для других осуждением. А мы митим гам умрим аля мацав рухани шела ам, ше эм бифним аю митим гам. И вот эта мертвая вода символизирует мертвое состояние народа, который пьет эту воду. И милим ахарот беулам азе айом. Другими словами, в этом мире сегодня כל המידה שמנסים לתת לנו ולהגיד זה מים טובים, תשתו, любое вот определение или מידה, информация, информация любая, которая нас доступна, она как вода, которую нам говорят, вы можете ее пить, okay. пейте, пожалуйста. אבל במציאות זה מים מתים. Это вода мертвая, okay. она отравляет человека. עכשיו, למה אני קראתי לנושא מחשבים של название, которое я дал проповеди, это колдуны нашего времени. Почему я дал такое название? Потому что мы во времена фараона тоже видим, что там были колдуны. И они частично могли тоже что-то имитировать, повторить. И скопировать даже суд Божий, как будто бы, כן. подделать его. כן. היום זה אותו דבר, חברים. И сегодня то же самое, друзья. А משרתי של השטן, служители сатаны, הם הולכים להתיק את הדברים או משפטים של אלוהים, זה כאילו יהיה דומה שזה משפט אלוהים. Они пытаются скопировать Божьи принципы и Божье Слово и подать это людям так, как будто это и есть Божье Слово. לא, משפט אלוהים. Суд Божий. כן. То, что сегодня происходит. Люди сегодня говорят, что это суды Божьи, то, что было в Мицраиме. Но я абсолютно уверен, что это только начало, потому что колдуны сегодняшнего современности, они просто повторяют это, копируют это. כלומר, הם מנסים להחמיר את המצב בעולם הזה. Другими словами, они пытаются усугубить положение этого мира, и так трудное. מלאכותי. Искусственно. כן. כדי להקים צר המשיח.
для того, чтобы поднять антихриста к власти. Тистаклю аль кол маше коре айом. Посмотрите, что сегодня в мире происходит. Бульбе 2020 итхил корона. Именно в 2020 году началась корона. Ведибру аль зе лифней зе. А говорили об этом до того. Бульбе 22 итхиля мальхама. Именно в 2022 году началась война. Акшав машбер калькали. Теперь финансовый кризис. Есть ли им решима, вероим это, что им шолтим беталихим? У этих людей есть определенный список, у них протокол есть. Они четко следуют этому протоколу. А эта корона, матай ше им эхлиту, им амру, акшавен корона. Была корона, потом они решили, нету короны. Нормально. Эхлиту, ше е мельхама, иш мельхама, а че им эхлиту, ше зе яцор, зе ло яцор. Решили, что будет война в определенных регионах. В какой-то момент они решат и остановят эту войну. Зе атайн ло Элоим. До сих пор это еще не Бог. Таамину ве текру ба итгалют, ше зе е мишпат шел Элоим, афилу цар Машиах ло е мисугал лишлот базе. Прочитайте это в книге Откровения. Другими словами, все, что происходит сегодня, и то, что дьявол пытается вот это ухудшить, представить это, да, это еще не суды Божьи, потому что в Откровении мы читаем, когда начнется суды Божьи, даже сам Антихрист не сможет управлять этими процессами. Сегодня видно, что процессы контролируемы. Да, и вы можете это прочесть в книге Откровения, что когда действительно начнутся настоящие суды Божьи, даже Антихрист не сможет этим управлять и не сможет это остановить, просто потому что не во власти его это, а во власти Бога. פעמיים חוזרים על זה, זה אומר למי שיש אוזניים שתשמעו. במיוחד לקהל שלנו, נכון? למי שיש אוזניים שתשמעו. Для это мы специально повторяем, вот, чтобы услышали те, у кого уши не совсем слышат хорошо. Имеющие уши да услышат. Амен. אז הכישוף של העולם הזה היום של אחרית הימים. Колдовство последнего времени сегодня. זה להראות לך מה שהם רוצים שתראו. Показать тебе то, что ты хочешь увидеть. לא מה שבמציאות עומד מאחורי. То, что действительно в оригинале находится в действительности. רוצים שתתרכזו על רוסים ואוקראינים וזה מלחמה ושישנו אחד את השני. Хотят, чтобы воевали соседние страны, хотят, чтобы ссорились, ненавидели друг друга. Они ле умер, что эн сиба лезе, сиба навши, кен, камуван. Понятно, что это душевные причины, я не говорю, что здесь отсутствуют эмоции или какие-то человеческие качества. А вот зе лёс там и гея, мяхорезе. Но это не просто так приходит. Мяхорезе еш рухо, шела михашвим элю. За этим всем стоят духи определенные. Ве анаши мисуэмим. Колдовские духи. Анаши мисуэмим гам. אנשים משרתים מסוימים של השטן. И люди, они служат сатану сегодня. כן, יש להם פשוט תוכנית. У них просто есть план определенный. אבל תודה לאל, כמו שקראנו פה, עד מכה שלישית, הם כבר לא יוכלו להתקדם הלאה. Но спасибо Богу, мы видим, что до третьего удара по Египту, то, что принято называть третья казнь, они не могли повторить просто эти казни. Они маамин, что אנחנו גם נראה עם העיניים שלנו, שזה כבר נכנס משפט אלוהים לעולם הזה. И я вижу, что... אני маамин, כן? Я верю, что входит вот таким образом суды Божьи в наш мир. כשמשפט אלוהים ייכנס, אנחנו נזהה את זה, אנחנו נראה שזה אלוהים. Когда суд Божий придет, мы это увидим и мы это определим. ושאלוהים יעזור לנו. Пусть Бог поможет. Леот хахамим. Быть мудрыми. Влявин, что сатан уявлятик гам. И верить тому, что сатан, он может копировать и в точности повторять какие-то вещи. Амин. Бонит болель.